Виктория, ты в эфирном пространстве. Что ты видишь? Разговаривая с Люцифериусом, увидела инопланетянина, вытянутый такой белый, с огромными глазами черными. Я спрашиваю: ты кто? А он говорит: Люцифериус. Я спрашиваю: что ты делаешь? А он говорит: препятствую распознаванию лжи. Как есть, так и сказал, да? Так. Да. А что он конкретно делает? Как это он препятствует? Сейчас я посмотрю, а в чем он вообще, как это он, да, я хочу посмотреть. Угу, посмотри. Вижу, я смотрю там внизу, такой шест, на шесте как будто бы змей такой обвивается. А считывается этот змей как Люцифериус. Ну, он согнул, конечно. Свое имя, да. Дух, там наверное, где-то внизу. Да. Так. Сейчас я посмотрю. Да, спросила, кому это имеет отношение. Вижу мать, которая вот так ребенка качает. И от этого столба идет вот так как-то, нагнулась, как в сектор принятия решений. Но как будто бы согнулась под тяжестью этого палка. А вот это, где мать качает, мать со стороны магии. А вот где ребенок вот это как будто на таких каких-то, как батут. Не батут, а как это лежат на, такие висят, гамак. Как будто гамак. Да. И вот так закручивается тоже так полукругом, как и закрывает, как свет первотворца. Вот туда заходит. Такая конструкция. А кто это, ребенок? Я смотрю, кто. А, прям идет. Маргариточка, сейчас я посмотрю. Маленькая. Так, ну ладно. Считывается в секторе интерферентов отец и зверь. Это его дух. Хорошо. Чтобы посмотреть. А она сказала, как зовут? Александр? Да, она сказала, как зовут. Его зовут Александр, да, точно. Вот он. Ладно, Виктория, давай по правилам. Отсоединись от всех и всего, да. Поднимайся выше. Ага. Да. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. Маргарита, 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Она выглядит такой большой, сияет. Но в ее пространстве вот эта конструкция есть. А вот этот ребеночек, он лежит как будто бы на правой ноге, вот так на пальцах. А вот эта конструкция в ее пространстве вот так вот. И этот отец и зверь в секторе магии. Хорошо, Виктория. Считай эфирное ДНК Маргарита Налейта. Да, это она. Она выглядит как Антуанетта в этом пышном платье. Я вижу, как она вот эту штуку, этот гамак, скажем так, прикрепляет с левой стороны сама своими руками. Сейчас я считаю. Да, это она. Спроси у нее разрешение подружиться с ней для нее. Да, она дает. Так, что это за гамак она прикрепляет? Что это за энергия?
Какая-то идет песня странная. Почему-то идет как демоническая. Музыка нет такая. Жутковатая. Так. Ладно, кто там находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Появился, считывается, отец-зверь, как человек в тельняшке, пират без зубов, желтый, ну, не желтый, а оранжевый какой-то, рыжий. Рыжий. Так, вот это Александр, который ты считывала, да? Это он? Приказываем отвечать, кто он такой. Он называет Маргариту отпрыском. Говорит, это мой отпрыск. Так, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Он вот так протягивается его руки в сектор с правой стороны принятия решений и как будто бы вот так давит. И тоже этот как гамак со своей стороны, и он выглядит такой, как будто внутри ребенок какой-то кишки какого-то вот чего-то головой вниз. Ну, как ребенок готовится к рождению, только вот не в матке, а в таком каком-то, как считывается, сосуд. Сосуд отцовства. И от сектора принятия решений пошло к эгрегору в секторе интерферентов. Он все, вот такие какие-то энергии круглые, закругляются на нем, завязываются. И снова Антуанетта. Почему Антуанетта показывает на правой ноге, на пальцах вот так, лежит такой маленький ребеночек. И она его снова берет и вот так его поставила. А он падает. Она ставит, а он падает. Она его называет мой сын. А он... Энергия на нем черная. Он как будто бы силы в нем нет. Она хочет его поставить, и она его ставит. А он падает. Считается отданный зверю. Так, она его называет папой. Так, а когда... Говорит на него... Когда он был отдан зверю, что это было за событие? Так, я вижу, Антуанетта сидит. Голубое платье. Губы читаются. Возле зеркала. Зеркало такое. И забежал мальчик. Лет 4, наверное, 5. Забежал мальчик, так красиво одетый. Почему-то идет ребенок зверя. Так. А кто этот зверь приказывает этому зверю проявиться, этого мальчика? По отношению к этому мальчику, кто этот зверь приказывает этому зверю проявиться? В секторе магии появляется такой символ, как человека будто бы вот раздирает на себе такую полосатую. Как это? Так. Ну, тельняшка, мужская, да? Такая. Тельняшка, да. И такой
Рот такой без зубов, как пират. А на физике это человек такой берет ручку, целует, считывается как ухажер. Так, кто этот ухажер? Приказываем отвечать, как его имя. Имя не идет. У него на рту такая черная пластина. Считывается забвение. А мальчик кто? Да, посмотрим на мальчика. А я вижу. Вижу, что мальчик как сын, как небрачный сын ее, что ли? Так. Но он бегает, забежал в эту комнату. Будуар. Ну, где-то там она сидит. Да, так, и что произошло, когда он вбежал? Ничего, мимо пробежал. А я вижу, что она смотрит. Там какой-то главный момент должен быть. Потому что вот это... Что в этот Я момент? вижу, что она смотрит в зеркало. Она смотрит в зеркало, а губы рисовала. И вдруг она вот так как-то косым зрением в зеркале видит отражение. Так. Смотрит на этого мальчика, который пробежал. Но она как-то так. Сейчас. Так, и что она подумала или сделала, когда увидела И она пробегающего? снова... А, он упал, он упал, он упал. Она подошла. Только я не... Она его называет папой почему-то. А, и она его берет, поднимает. А он такой вообще не... ну, никак не реагирует. Я вижу, какие-то женщины прибежали. Положили его, и его так водой, он как будто бы потерял сознание. Водой, потому что-то ему ложит на лоб. А его ножка, правая нога, вот так как-то, вот так, как будто бы сломалась. Вся почернела, черная, то есть энергия считывается. И сразу такая цепь. Но это в эфирном плане. Он или подвернул ногу, или сломал. Но я не вижу, чтобы он сломал. Я вижу, что он что-то произошло с ним в эфирном плане. Так, а что, Виктор? Антуанетта в это время. Да. Что Антуанетта в это время? Она вот так как-то, я вижу, в голове такая черная объект какая-то появилась. Мысли, да не, зажужжали. Такая. И оно вот так потянулось с интерферента. А вот этот человек, он стоит на колено и ее ручку целует. Снова то же самое, как было. Он считывается как сын зверя. Отец этому ребенку.
Так, а вот этот Да. ребенок, кем является ли он в этом воплощении? Знает его Маргарита? Отцом. Это отец. Вот он там лежит, миниатюрный, такой же в этом, без зубов, в этой тельняшке, как отец его. И она назвала его Сашей. Так, а кто является этим ухажером Антуанетты? Кто отец вот этого ребенка, который упал? Приказы проявиться. Кто на физике является? Ну, появляется какой-то человек, галантный с виду такой. У него на рту такая вот пластинка черная. И от этой пластинки идет подключка в сектор интерферентов. Он, когда я смотрю, он считывается ухажер. Так, а вот эта люлька, которая была, эта конструкция, как она относится, где это событие, когда эта конструкция появилась у Маргариты в ее пространстве? Так, эта штуковина, она, я слышу, перекачивание доминанты. Какой-то круг появился вот такой, как колесо в секторе магии. И сквозь это колесо такой человек. Фигура такая, вижу, как борода, как Вельзевул. Борода с такими глазами круглыми, большими, смотрит, как в зеркало. Я слышу, высматривает себя. Это в этот момент, когда Маргарита смотрела в зеркало, красилась губы, он там проявлялся в зеркале. Ну, ты же знаешь, что там времени нет, и он мог отсюда туда смотреть. Так. Непонятно. Давай, Виктория, посмотрим по ментальной карте, как Маргарита связана со всем этим событием, когда мальчик упал. Ну, она по центру, все как было, так и есть. Она по центру. Мальчик упал с правой стороны, там няньки за ним ухаживают. Этот с левой стороны в секторе магии. Но вот мальчик у нее на пальцах вот тут лежит. Потом в секторе магии появляется какое-то колесо. Открывается там как портал. Какой-то звездочет вот проявляется. Вот в плаще смотрит в это колесо, в этот символ Цельнозора. А что Маргарита Цельнозором занималась? Он смотрит и высматривает себя вот там. И вот так смотрит в круг. Тоже вот эти все круглые такие энергии. Смотрит, где правая нога. И его взгляд вот так, как касается ее правой ноги. Этот у нас звездочет обычно все раздувает. Так, ну ладно. Вот этому Я звездочету вижу, приказываю то и ему говорю. проявиться. Да, я понял, Виктория. Приказываю этому звездочету проявиться и отвечать, кто он такой. Так, он своим плащом прячет свое типа достоинство. Вот так как-то прячет. Борода у него. Приказываю ему называться, кто он такой. Так. О, по-английски пишет. Илюша. Что это Илюша? Так, приказывает ему Илюша отвечать, что он делает в пространстве Маргариты.
Он вот так показывает, говорит, запутываю. Что это он запутывает? Приказываем отвечать. Что конкретно он делает? Он, у него вот этот палец такой, как утром был в сеансе, такой же, как будто бы он распух. Вот такой. И он вот так на меня этим пальцем показывает, а на его, этом его пальце распухшим, как имплант такой черный с когтем, показывает на меня и орет: «Ты врешь!» И вот этот черный палец, который как приклеенный был, отпадает. И у него вот этот палец такой распухший, вот такой огромный, и он его печет, и он его болит, и он начинает на него дуть. Так, конкретно, что он делает в пространстве Маргариты, приказываем отвечать. Поконом, говорит, да? Мешает разоблачению себя. Угу. Так. Так, он в секторе магии находится, да, Виктория? Да, да. Так, ну пусть Маргарита приказывает этому магу забирать все его воздействия, последствия воздействия, призывая силы кармы за вторжение в пространство. Пусть он забирает все ее воздействия и применяет на нем же. Я вижу, что оно как-то такие шарики черные. Они как-то, она вот так, а они к ней как-то как примагничиваются. Я ей передаю, что это всего лишь энергии. И он вторгся в ее пространство, и он обязан немедленно убрать все его воздействия. Я вижу, как этот палец его, а он карму получил за то, что мешает. И за то, что врет на меня. Вот у него вот этот, он указывает как бы пальцем на меня, и вот у него это раздулось. Он убирается, и она берет этого ребенка за руки, то, что она никак не могла сделать. Потому что она этого ребенка хотела вот так положить, поставить. Поставить, да. А он падал. И теперь, когда этот Илья ушел, она ребенка подняла и поставила ментально это с левой стороны. И слышу, папа. Папа. Так, есть у Маргариты какие-нибудь контракты с этим папой, с этим мальчиком, договоренности? Где этот... Так, сейчас я спрошу, что она сделала. Зачем она его туда поставила? Да, хорошо, Виктория, спроси. Слышу, доминанта. Программа восполнения убытка. О, месть. Мама, она не занималась ребенком. Он пришел, чтобы возместить недостачу внимания. Карма. Так, а карма ли это? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что у Маргариты на ножках как пуанты балерины. Так, сейчас посмотрю, что это значит. Что это? Они такие короткие какие-то. Это как буквально, как будто танцевать под дудку. А в секторе магии проявляется
кто-то, кто вот как дудит на дудочку, а эти пуанты, импланты, сами начинают вот так, нога так вытянута, сами начинают там так топтаться как бы на месте. Кто это там дует в дудочку? Приказываем проявиться. Кто он такой, отвечать? Появляется вот этот, как бравый солдат с усами, стоит так. Ухажер этот. Так, он проявляет дух Вельзевула, дух Ильи тот же самый. Приказывает ему ухажер отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Он говорит, что он ее насилует. И при этом я вижу, как он целует ей ручку. Угу. И я вижу, что в этот момент Антуанетта, у нее вот так, она снимает ожерелье. Ожерелье снимает вот так, и у нее голова так поднимается, отделяется от тела и уходит в сектор принятия решений. А такие бусы уходят в сектор интерферента. И такие бусы, а посередине такая побольше бусинка. Так, это ожерелье, это что, связано с ее энергией? Да, это ее, я слышу, желание. Ее желание отомстить мужу. Она мстит на я слышу, безразличие. И вижу этого. О, так это Маркуша. Да. И лицо этого вижу. И Марка, он чуть-чуть сейчас, ну, он уже старенький. А в молодости было вот одно лицо этого Людовика. Вот и Людовик 16-й. Вот. А сейчас он по-другому выглядит. И... вижу, что буквально считывается, что она одержима желанием отомстить мужу. Mm-hmm. У нее сильная обида. И я вижу, что ее эта обида, она как черная энергия, и она держит Марка вот там, в секторе интерферентов, его тоже там удерживает. Так, давай посмотрим, когда эта обида появилась у нее впервые. Что это была за ситуация? Ой. Я вижу, они такие молодые, как дети. Угу. Так. Она вот так лежит возле него с этой стороны. А он так лег, так как бревнышко вот так лежит. И так раз под одеяло посмотрел. О, а у него там это самое. Такой писюнчик вот так черный весь вниз. Ничего не работает. Имплант у него. Считывается, не хочет. Ну, потому что не может. Вот. Так, и в этот момент Маргарита обиделась? Она обиделась. Я вижу, что она психанула. Она выскочила из постели вот так вот резко. И у нее удушье такое. Она как в ванную прибежала и так стоит возле этого зеркала. Так... у нее истерика. Так, что происходило в эти моменты в эфирном плане? Что-то она пишет.
В эфирном плане я вижу, что такой огромный спрут в секторе принятия решений. Он как-то вот так вытянулся и смотрит так через такое пространство, как будто бы на потолке. А эти тянутся в сектор магии у него. И в этот же момент снова я слышу, ищу себя. В секторе магии появляется этот почему-то махровый колдун. Как это? Кто это, колдун? Приказываем проявиться. Илья что-то, он смотрит, его этот Вельзевул, его дух смотрит внизу, в секторе магии, вот так просматривает, и считывается, что ищет себя. И в этот момент я вижу, что у этой девушки появляется, я слышу, зачатие. Вот там у нее, где подключка происходит, а считывается зачатие. Зачатие обиды. А, понятно. Женский блок. Так, а почему этот колдун махровый? Он так еще, я слышу, шерстяной, махровый. Он как будто бы махеровый весь. Такие все вот эти запутанные ниточки. О, точно такой же, как у нее в голове было, когда этот ребеночек пробежал. А что значит, что он ищет себя? Что это обозначает? Сейчас я посмотрю. Ну, он из сектора магии, когда смотрит, то он, его траектория внимания проходит вот так сквозь ее пространство, только выше ноги, и заходит в сектор интерферентов. И так. Я вижу, что он находит, у него появляется какая-то пиратская труба, и он находит себя, знаешь, где? Вот там, где я слышу зачатие. Вот зачатие – это обиды? Зачатие – обиды. Он дефекты ищет. Он гадкий такой. Фу! Он, знаешь, это выглядит как сесть, как будто он сидит возле какой-то параши и в говне ковыряется. Вот это то же самое. Фу! Ладно, отсоединяйся. Как противно. То есть он ищет вот этот дух Вельзевула, которому он подчиняется, ищет дефект, ищет занозу, буквально я слышу, занозу, зацепку, как мы говорим. А там зарождение блуда. Вот, это обида, зарождение блуда. Да, хорошо. Подписывает ли контракт Маргарита с этими интерферентами? Я вижу, что часть ее волшебства мне так идет. Она как будто бы часть ее души как отделилась от нее, и как такая нимфа уходит, так плоская стала, и так ушла вниз. И она решила отомстить ему. И это вот обида, это вот... Но она ж маленькая, она не знала, как решить этот вопрос. Вот. И она ушла и стала, как я слышу, простыня. И она так разослалась там. И эти колдун, этот же колдун, он сразу проявился и начал смотреть. Она стала, как открытый лист бумаги для него. В секторе интерферентов находится. И также там Марк находится, то есть этот Людовик, ее муж. Она, эта обида начала как накапливаться, и как будто его так таким же каким-то металлическим утесом придавило. Вот он там вырывается, но не может. Да, хорошо. В этот момент
где это началось, затаила обиду, что на что она согласилась. Она, я вижу, что появляется вот этот, который Люцифер. Снова проявился этот инопланетянин, как будто бы. Да, это серый. Аморфное, но оно такое какое-то тело аморфное. С такими глазами, как провалы. Ну, это программа, я так думаю. Это не на существо вообще не похоже, просто форму такую энергии имеет. Так. Так, какое отношение это существо к этому событию? Какое отношение имеет? Я вижу, что эта энергия такая беловатая этого, оно вот так стало, вот здесь, где нос, как будто бы вмятина такая, вот здесь. Так. Буквально ее подсознание и сознание вот так как-то вот так прямо поделило ее пространство. Считывается ориентир. Да, ориентир. И получается, что два глаза, но оно же очень близко, прямо внутри, внимание направлено именно на этот стержень, на этот ориентир. Считывается дьявольский путь. Да, хорошо. Видит Маргарита, что произошло на эфирном плане в этот момент зачатия вот этой обиды. О, да, она видит. Она вот, я вижу, она вот так тоже подняла это покрывало, одеяло и смотрит, что там эта подключка черная, которая вот зацепила этого ее мужа Людовика. И она это увидела и берет это вот так и эту подключку вот тянет и вытащила какую-то энергию, которая считывается колдун. Так, что это за энергия такая, как она считывается, какие ее свойства этой энергии? О. И проявился вот этот человек, этот бравый гусар, как я его называю. То есть вот этот ухажер. Так, кто... А в нем эти энергии из прута. И этого колдуна, который рассматривает там, который ищет сам себя. То есть и таким образом она вытягивает даже Илью. Так, что это вообще за подключка у этого Людовика? Можем посмотреть, когда она появилась у нее впервые? Так мне что, с ним работать? Так. Это ж его уже проблемы. Так, да, хорошо. Вот сейчас, тогда она давай вот посмотрим. Посмотрела. Маргарита вытащила, да. Да. Посмотрела, что она хочет с этим сделать. Ой, ты меня отвлек. Я отвлеклась. Вернись, Виктория, к тому моменту, когда Маргарита вытащила эту подключку у Людовика. Что да, она дальше делает? Вытянула этого, потом пошло в сектор интерферентов этот колдун, который рассматривает эту ее потерянную душу, ее согласие включиться в этот, вот этот водоворот. Получается, вот это, эти бусики, это вот эти все события. То есть она подключилась к этим событиям, дала согласие буквально на вот этот круговорот событий. И это привело к потере ее, ее обезглавили. И его обезглавили. Тогда и меня обезглавили. Да. Так, хорошо.
Хочет ли Маргарита изменить эту ситуацию, чтобы не принимать этих программ под ключик антимира? И я вижу, она вот это, как это одеяло, так открыла, посмотрела. И вот я вижу пальцем, она на него так показывает, а палец у нее сияет такой, вся сияющая. И она говорит, я тебя знаю. И говорит, ты вампир. А он хотел ее укусить за палец, и он укусил ее, и кусок откусил. Так, а ну стоп, я замораживаю. Замораживай. У меня же этот палец в троллейбусе откусила, и у Марка в 3 годика в дверях, у него ж нет этой фаланги, у меня пришили. Так, так, а ну... Как мы все связаны. Вот это интересно, да. Санта-Барбара, блин. И этот вампир, этот Илья, откусил ее палец. И она начинает... Начинает и туда-сюда его как бы хочет погасить. И там шипит, там шипит. Так. Я сейчас смотрю, что это за энергия. Это энергия ее согласия быть любимой вампира. Я не удивлюсь, если ну, это или Илья был воплощен тогда и был ее любовником, или это человек, который проявляет тот же самый дух этого вампира. Так, где это ее согласие? Давай, Виктория, посмотрим это событие, когда она согласилась быть. Это вот когда она стояла там и дышала, когда зародилась эта программа, буквально звучит ненависти к мужу. Месть. Месть и ненависти к мужу, да. Так, хорошо, пусть он... А Маргарита изменит эту ситуацию, когда она вот вбежала и дышала там. Пусть изменит и откажется от этой мести, от этих энергий. Она уже изменила, она уже это подняла, это покрывало. Она уже увидела. И я вижу, как она открывает вот эту пасть этому змею, а у него рот такой круглый какой-то, и со всех сторон зубы. Паразит, короче, вампир. И он кусанул, да? Да, и она открывает ему рот вот так руками, и вижу, как там просто фу, аж бурлит там внутри, булькает, и ниточка такая от ее пальца тянется туда, 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 и там ее энергия, ее разрешение быть любимой вампира. Я передаю ей, что ее рациональная часть. О, и появляется в этот момент эта кнопка манипулятивная. То есть, теперь понятно, почему все эти манипуляторы и вампиры, они используют методы манипуляции, то есть их что-то типа тайное раскрытие человека, то есть вот это, и вот эта манипуляция, то есть и я передаю Маргарите, чтобы она расторгла этот контракт, потому что она хочет это сделать. Я вижу, она вот стоит возле этого зеркала, оборачивается, смотрит на мужа, который там лежит. Подошла, шух, покрывала, сдернула снова, видит эту подключку. И она берет эту подключку и вот так просто снимает. И у него все заработало. Она проявила к нему любовь. Я вижу, как она легла на него вот так, на грудь. И сейчас я вижу его грудь. А, вот почему у него это сердце больное. Я увидела, это у него вот это здесь есть, эта штука, что
Сердце, моторчик такой, что сердце. Вот у Богородчик. Вот это. Вот. И я вижу, она вот так положила руку ему сюда, и оно так шух и растаяло все. И ушло. И он обнимает ее, берет вот так и целует. И я вижу, у нее животик растет. Она рождает мальчика. Я слышу, любимого мальчика. И с этого мальчика сползает эта тельняшка. И вот этот глаз закрытый приспособится к темноте. Вот этот символ закрытого глаза, что означает приспособиться к темноте. Он тоже уходит, эта тельняшка. Этот мальчик взлетает, летит вверх. Да. Теперь я передаю Маргарите, чтобы она... И она снимает вот эту ситуацию. Вот она сидит, и это в голове вот это все уходит от нее. И она смотрит в это зеркало и видит этого черного колдуна. И так хлоп им. Она предотвратила. И мальчик как забежал в комнату, а она, хватит его на руки, подняла, обняла, поцеловала. И вижу, как ее вот эта голова, которая отделилась, возвращается на место. И это ожерелье раз. И вот так вернулась и растаяла. Как-то вот так шух, растворилась. И... Она смотрит на палец, вот ее палец, и поднимает его вот в сектор принятия решений. И сказала, я освобождаю тебя, Вика. И я освобождаю тебя, Марк, она говорит. И я прямо почувствовала сейчас, а сейчас смотрю, как у меня вот это зарастает это все. Интересно, наверное, он выровняется мне, этот пальчик, потому что я вижу, как этот троллейбус, в котором я ехала, как меня отбросило. То есть я вот там сидела сзади, что я поперлась вперед. Это, вижу... по-моему, от трубу сунула какую-то пальчик. Ну да, да. Ну а что ж вперед? Я могу выйти через задние двери, там нет никакой трубы. Я вижу, как я... Снова я вижу, как я сижу сзади, уже не прусь там вперед, а вышла на заднюю дверь. Вот, и вижу, мальчик этот бегает, Маркуша маленький, а его старший брат, он отдавил ему палец. И я вижу, как этот отдавленный палец возвращается. И что интересно, его брата тоже зовут Александр. Вот. И эта дверь, я вижу, как к этому Александру возвращается, как карма. Ну, отлично, хорошо. А у Марка, вижу, ноготь появляется. Значит, у него палец отрос. Все, и вот этого импланта больше нет. И в этот момент этот, я слышу, Люцифер, который смотрел в ее пространство через это колесо. Он получил по этому глазу, закрытому этим, карму, ушло. И Антуанетта освобождается. И вот этот имплант на пальцах ноги, вот этот случай, он тоже возвращается, карма, через сектор магии. Все. И вот она эти... поднимается в секторе первоисточника, как будто, знаешь, там как завязана с обратной стороны, она с этой стороны, она как в мешке. И она вот так потянула за веревочку,
И мешок развязался, и она вылетела. Хорошо. Вот. Она вылетела и стоит. В секторе миссии стоит возле такого какого-то стеклянного стола. Такой толстый, вот такой толстый квадратный стол. И она стоит возле него. Угу. Что она делает? Сейчас я ее рассмотрю. Угу. Я вижу, что у нее вот там, где глаз, между глазами. Не где третий глаз, а чуть-чуть ниже, где переносится. Ну да, между глазами прям, да? Угу. Да, вот так, так что-то как светится вот так. Так. Какое-то оно искусственное, и ее внутреннее зрение вот так сюда направлено. То было вот туда, а теперь вот так. Считывается как импульс. Импульс презрения. И я хочу посмотреть, что это, к чему имеет отношение. Угу. Что это за энергия, да? Вижу, что эту энергию, она такая, как, знаешь что, как ртуть. Угу. Кто-то вот так словил, и так на руке ляп-ляп, а оно такая тяжелая, вот деформируется такая, вот вся переливается. И кусает эту энергию, ест. Снова этот вампир. А, ей нужно вот этот контракт расторгнуть с этим вампиром, который там ее целует. Тот момент. Угу. Да, потому что снова проявилось, что он ее целует. Ручку ей подлизывается, короче. Угу. А намерение у него противное. Сразу вижу, как это приготовил. А, вот он прятал этот свой инструмент туда-сюда. Угу. Плащом. Вот. Угу. Давай посмотрим, какой контракт в этот момент Маргарита заключила. Я слышу, что исполнить свои желания. Исполнить свои желания, отомстить мужу. Этим воспользовались антимир, так и звучит. Угу. Через вот это... Все, я слышу колдовство. То есть все вот это пространство, mm-hmm. оно как заколдованное. И как человек проявляет какую-то негативную мысль, оно сразу становится достоянием антимира, и они сразу как вматывают человека, включают в эту матрицу. Mm-hmm. Так, ну хорошо, Маргарита уже разрешила эту ситуацию с ее желанием отомстить мужу. Пусть она откажется от этой встречи вот она... с этим ухажером. Да, угу. Я смотрю, она смотрит на свою руку, и там такой черный поцелуй. И она смотрит в эту энергию черную. И видит предательство. А в секторе принятия решений я вижу, как из-за этого человека, который ее там ручку целовал, потом ее тянут на эшафот. Да. Хорошо, пусть он отменяет этот контракт и соглашение этих взаимодействий с этими вампирами. Я вижу, как она этого Людовика обняла, и он вот так встал с правой стороны возле нее. И она свою руку вот так поставила, типа запрещает. Угу. Вот. И я вижу, как она своей ножкой вот так сделала. Пух! Ну, как мяч копает, знаешь?
И у нее из ножки справа слетел черный имплант, как, ну, как туфелька, как будто бы. И снова вижу, что она беременная, и все хорошо. И рождает, как ангела, ребенка с крылышками. И тут, то есть она снова рождает ребенка от Людовика. И считывается, что восстановила коны женственности. Коны женственности восстановила. Я вижу, как она в этот момент вытаскивает из второй чакры, как из матки, такой имплант в виде глазика. Я ей передаю, чтобы она приказывала всем интерферентам, тому Люциферу и его матрице, убирать все крючки, зацепки, импланты, чипы. И пусть она отдает карму за все это воздействие, подтасовку этих всех фактов. И вижу, как в секторе интерферентов, как будто такой огромный тесак, который отрезал вот так руки этому антимиру. Вот. Так, и она берет это колесо, что было как... оно выглядит в пространстве как рана, вот этот символ. И она его вот так собрала, вот так раскрутила, и как аркан выбросила в портал. И вдруг, вот как ее пространство вот так шух, стало огромное. И я вижу, она поднимает голову, ей не отрубили голову. А вот эта ответственность за это ушло в сектор магии к этому колдуну, к Илье. Он каким-то образом имел к этому отношение. Вот он всех собрал, кому он причинил страдания и боль, кого он убил во всех воплощениях, он собрал сейчас в виде соратников, чтобы перебросить карму, чтобы получить у них ответ, что они типа сами виноваты и освобождают его от кармы. Так работают все эзотерики. То есть они своих жертв, вот как она выбросила этот аркан, вот так они за аркан тянут из воплощения в воплощение и требуют освобождения. То есть чтобы сам человек нес ответственность за все те воздействия, которые они, эти колдуны и агрессоры проявляют к человеку. Так, ну хорошо. Она эту петлю выбрасывает, снимает из головы, она у нее выходит из головы, и вижу, как ее голова вот так вот прирастает. И она освободила и меня, и Марка от этой созависимости. И я вижу, как мы все, ну, прощаем друг друга, обнимаемся, прощаем друг друга и освобождаем друг друга от всех кармических привязок, ответственностей и отдаем карму истинным виновникам этой матрицы колдовской и всем колдунам за подтасовку тех фактов. И снова я смотрю на свой палец, а он ровненький и сияющий. А в секторе магии у этого колдуна палец красный, такой раздутый. И я отдаю карму за все воздействия на наш мир, на все живые души и на мою тоже. И отказываюсь принимать чужую карму. И отказываюсь я и передаю всем, чтобы все отказывались, переброс кармы принимать
И пусть Антимир несет ответственность за все его злодеяния по полной программе. За всю ложь, насилие. Да. Ну, Маргарита снова, я вижу ее вот этот палец правый, он как будто был, она вот в светлом пространстве, а палец в этом антимире. И она вынимает свой палец, и снова я слышу, и снова говорит: я освобождаю вас. Угу. Ну и все прекрасно. И вижу, мы втроем были задействованы. Это какой-то треугольник любовный. Ну, я же говорю, Санта-Барбара какая-то. Так, ну хорошо. Давай пусть Маргарита очистит ее пространство всего чужеродного. О, вижу, какая-то ситуация, да. Так, что за ситуация? Вижу беременную женщину, которая сидит возле кровати. А кровать так низко-низко в секторе интерферентов. Там какая-то женщина, Варвара. Угу. Слышу. Вот это, да, которая говорила. Угу. Эта женщина так высоко сидит в пространстве, а эта Варвара внизу там. Считывается, умирает от дьявольской смертью. Мучается. Угу. Что-то она говорила, прости. Что она хотела, чтобы ее простили. Ну, я не знаю, это не идет. Угу. Я смотрю, потому что все внимание на животе у этой женщины, где внутри Маргарита маленькая. Угу. Вот, и она с этим имплантом на пальчиках, с этой ответственностью кармической. И к этому импланту как раз и притянулась эта ведьма, к этому колдовству. Угу. Она говорит: прости за события прошлого. Но это не было искренне. Угу. Чтобы избавиться от... Потому что она говорит о будущем. Она через этот имплант вот проникла энергетически в будущее, в сектор магии. Угу. Вот. Так, хорошо, пусть Маргарита зайдет в ее сознание в тот момент, отторгает все чужеродные воздействия, передает матери информацию. Я вижу, что она проникла через этот имплант, как через ворота. Вот она там внизу в секторе интерферентов, и она через этот имплант проникает, и вот как я умащивалась, да, в кресле перед сеансом, вот так она уселась в секторе магии и тихонечко там сидит, закапсулированная. Ждет какого-то пришествия, прихода какого-то. И говорит, что когда он придет, то она все отдаст. Маргарите все отдаст. Буквально это выглядит, как подножку ей даст, выбьет ногу Маргариты. Вот как этот мальчик упал. Угу. Вот так она это сделает. И это она спланировала. В секторе принятия решений я слышу коллективный разум, будущий коллективный разум. От нее идет агрессия. Я слышу агрессивные подружки. То есть она находится в пространстве Маргариты. Сейчас я скажу, чтобы Маргарита
нашла ее. Угу. И я вижу, что левая, где левая нога Маргариты, там как будто бы выедена энергия, вот так, и оголилась левая нога. Так что я считываю кость. Я, потому что эта ведьма, она вот там находится, где левая нога. Угу. И считывается, что она как центр притяжения зла. Я вижу, что все эти колдовские занятия, которыми занималась Маргарита, она была для этого как магнит, для этой всей магии в ее жизни и для зла. Вот. Угу. И какие-то злые подружки, которые вот что-то связано с... какая-то вещь ложит. Такая белая какая-то. Потом, ракушка. Да, потом какие-то письма. И какая-то вот черная рука вот так, как показывает. Показывает, как зеркало отображает в принятии решений. Да, то есть она как бы всем показывает, ну, говорить можно все, что угодно, но показывает как бы ее этот изъян. Она как бы имеет право на то, чтобы показывать этот изъян, то есть оправдывает себя. Да, хорошо, Виктор, давай посмотрим. Ты сказала, что эта ведьма проникла через какой-то портал в пространство Маргариты. Не какой-то, а конкретный. Конкретный. Да. Это вот тот имплант, который у Маргариты был на пальчиках ножек правой ноги. С этим ребенком связано, с этим... решением отомстить мужу, с этим непониманием его. Так, ну сейчас у нее нет этого. Нет. Ну, пусть приказывает этой Варваре покинуть ее пространство, пусть она забирает все ее воздействия, последствия воздействий. Я вижу, как эта энергия, этот черный имплант, угу. Вот просто ей в рот этой ведьме. И она вот так отсыпалась от Маргариты. А мать Маргариты, я вижу какой-то дом, и он вот так внутри весь дрожит. А мать Маргариты вот так держит эту дверь и подперла какой-то лопатой, чтобы эта дверь не открылась. А она отменяет момент этой смерти. И эта ведьма, я вижу, как крыша, как будто бы на этом доме крыши нет. И эту душу этой ведьмы я вижу, как подбросила, прямо как к потолку, как будто бы, а потом распластала ее вот так, как разорвала. Она стала плоская такая, разодрала на много частей. И в этот момент эта простынка, которая была, то есть как ее решение, вот это как простынка там поплыла, помнишь, я говорила? Вот оно вернулось обратно к Маргарите и буквально как будто залатало ее это пространство. Я передаю Маргарите, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии. Угу. Восстанавливала целостность и гармонию и приказывала этой ведьме убирать ее воздействие. Да. Пусть Маргарита проверит, чтобы к ней пришло только то, что принадлежит ей, соответствует ее эфирным ДНК. То есть она профильтрует. Я вижу, как этот изъян, то, что это сожрало, восполняется. Маргарита выходит вверх, и у матери из живота этот имплант из носочка уходит просто в сектор интерферентов. А Маргарита такая девочка растет в животике, так
как будто проснулась, с крылышками такая вся, свободная родилась. Да-да. Говорит, что... И вот эта штука, сейчас вижу, с этим, между, знаешь, глаз. Между угу. глаз, как, глаз, как фокус, тоже уходит. И она обернулась, расторгла этот контракт, и этот стол вот так перевернула, выбросила. И я угу. вижу, что она повернулась в сектор Первого Творца. И вот так как обнялась, как будто бы много-много лет не виделась. А я слышу, обнялась со светом. Примирение с светом. И это вот это проявление любви, которое она проявила тогда, вот поменяла эту ситуацию. Угу. Я вижу, как с этой ситуации и Марк вылетел. Ну, Людовик, да? Да. Как ангел с этой коробочки. И она, а я стою и плачу. А ты что плачешь? От счастья плачу. Не надо плакать. Радоваться надо. Да. На самом деле она такая хорошая. Я ее так люблю. Я всегда Марку рассказываю о Маргарите. Я всегда и сегодня говорю, идем чистить твою жену. Да, вот такая любовь. Да. Хорошо. Так, хорошо. Поднимаемся все вместе максимально вверх. Угу. Очищаем пространство, наполняемся светом истины, жизни. Посмотри сейчас. Маргарита. Ну, мне идет, что мы все свободны. Она нас всех отпустила. Угу. Здорово. Mm-hmm. Так. О, увидела, знаешь кого? Бывшую жену Марка. Она же ко мне во сне приходила, как мы только познакомились. Она для него сторож, знаешь? Угу. Вот. И она отвалилась от него. Ушла. Отлично. Все хорошо. Так. Угу. Я передаю Маргарите, чтобы она полностью очистила ее пространство. Вот еще какой-то имплант, кусочек есть. Вот так mm-hmm. тянется в секторе принятия решений. Чтобы она приказывала всем интерферентам немедленно убирать все воздействия и все последствия за ложь, обман, провокацию, подтасовку этих всех событий. Угу. Mm-hmm. Забирают? Не то слово. Забирают и такой, как какой-то грохот, жуткий грохот. И такое, как пространство, все геометрическое, черное, с такими гранями, которые как-то поблескивают. И все гремит. И вот этот дом с этой разодранной крышей, он был у Маргариты вот в пространстве с левой стороны. И он теперь вот все, весь уходит. И я передаю Маргарите, что она может отказаться от этого отцовства. И вместо этого генетического mm-hmm. материала принять отцовство Первого Творца, Духа Истины, Жизни, Гармонии и Процветания. Mm-hmm. И сейчас, ух ты... Ой, вот это, знаешь, я люблю смотреть, как всюду крылья. Вот я смотрю, вот ее вижу, крылья за спиной. А когда присматриваюсь, крылья везде. Вот я смотрю на ноги, на ногах крылья, на руках, везде крылья, то есть свободно. Это символ свободы и чистого полета. Так, говорю, чтобы Маргарита вот этот, там остался такой, как
дырочка такая, чтобы она это залечила все изъяны и восстановила целостность ее внутреннего критика. И полностью уходит вот эта обида жуткая, где она стояла в этом, возле зеркала. Я вижу, как это ушло. И снова она целует своего мужа. Любовь покрывает множество грехов. Вот что означают эти слова из Библии, видишь? Угу, растворяет просто. Да. Ну, отлично. Да. Ну, хорошо, Виктория, спроси у Маргариты, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, все. Она вот снова показывает указательный палец правый. Угу. Да, что все хорошо. Да, супер. Замечательно. Тогда прощаемся с эфирным телом Маргариты. Да. Виктория, проверяй твое личное пространство. Отсоединяйся от всех и всего. Да. Угу. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с собой разговариваешь, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.